Далее протокол подразумевает деэпитализацию анатомических сосочков. Которым будут фиксироваться хирургические расщепленные. После деэпитализации анатомических сосочков мы приступаем к обработке поверхности корня. Выполняется она сначала ультразвуковым скейлером, вот таким вот образом очищается поверхность в области рецессии. Далее мы наносим ДТА-гель и после него очищаем поверхность корня, снимая контаминированный слой бесклеточного цемента, зону специфической кератогрессии. До характерного звука, звука крепитации. Обрабатываем антисептиком. И приступаем к фиксации пластического материала, ранее подготовленной твердой мозговой оболочкой, регидратированной, перфорированной, производство фирмы Леопласт. Пластический материал фиксируется узловыми швами к деэпитализированным анатомическим сосочкам с двух сторон от поверхности зуба.